Экспортеры нефти выполняют соглашение и действительно сократили объемы добычи. К такому выводу пришел сегодня комитет членов ОПЕК и стран, не входящих в картель. В декабре крупнейшие экспортеры нефти договорились снизить добычу на 1 800 000 баррелей в день. На прошлой неделе стало известно, что с начала января ее удалось сократить на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Участники довольны результатами и надеются, что к февралю соглашение будет выполняться на 100%. Контролирующий комитет будет встречаться раз в 2 месяца. Кроме добычи, он может также контролировать экспорт нефтепродуктов. Брать только экспорт нефти не совсем правильно. Когда мы говорим, основные показатели, которые мониторятся с этим все страны согласны, показатели добычи.